Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Абдурахман. Сколько вам лет? 11. Откуда вы приехали? Из Ташкента. Что вы нам покажете? Мистера Бина. Пародия! Вау! Что я хотел сказать? С кем вы приехали в Туркестан? Я приехал с сестрой. Вы готовы? Готов. Мы желаем вам удачи. Скорее покажите мистера Бина и рассмешите нас, хорошо? Хорошо. Волга. Hoş geldin ya yüreğime, boş verme, el alem ne derse desin, hadi 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 hadi. Oy, oy. Абдурахман, шикарное выступление. Мы увидели настоящего мистера Бина. Мы увидели его в разных образах, и вы сумели подарить хорошее настроение. Вы настоящий талант. Кайфият улаша олдингиз. Хакыкый талант эгасысыз. Я вообще фанат мистера Бина и сериала. Я вообще часто так тоже дома гоню, по идее, как мистер Бин. Можно я тоже покажу? Нет, что-то не получается. Это тебе! Он тебя победил сегодня! Да. Если бы у сериала было бы продолжение, ты бы точно смог исполнить главную роль. Так точно. Показывать тонкие нюансы. Это же надо обладать зорким глазом, а потом еще и показать. Поэтому в 11 лет обладать такой глубиной наблюдения, уже только за это можно тебе аплодировать. Но как ты еще это реализовываешь на сцене? А как ты до конца доигрываешь? Тебя ждет большое будущее. Я говорю тебе «да». Спасибо. Я, конечно, скажу «да». Абдурахман! Да! У тебя 3 «да», ты проходишь следующий тур.
Мы тебе желаем удачи. Спасибо. Пока, мистер Би.